Чувашия вошла в список 20 самых читающих регионов страны. Рейтинг определила жюри всероссийского конкурса «Самый читающий регион». У республики есть все шансы претендовать на звание «Литературный флагман России». 20 регионов, вошедшие в расширенный рейтинг, продемонстрировали значительный уровень инфраструктуры библиотек, системную поддержку литературных традиций, культуры и образования, серьезный подход органов власти к развитию культуры чтения. Кроме высоких статистических показателей, оценивались уникальные творческие инновационные литературные проекты, реализованные в 2014-2015 годах. Конкурс «Самый читающий регион» проводится среди субъектов России впервые и является одним из ключевых мероприятий по проведению года литературы в нашей стране. Регион, который удостоится звания «Литературный флагман» и станет читающей столицей в 2016 году, будет объявлен 27 ноября.